Вот на выходных недавно купили машину по фильму, который недавно, ну, скоро выйдет. Тут есть запасное колесо на багажнике. В багажнике есть пушки. Стреляют. Вот тут из зебры кресло. Стекло. И вот механизм машины скакает, может все вот так вот. Тут клафон. Номерные знаки. Ну, собственно, и все. Сколько стоит такая машина? Почти 1700. Гривен? Да. То есть это не дешевое удовольствие? Ну, в наборе еще шлей, там, аксессуары, все такое. Еще две фигурки. Какие фигурки? Три. Три фигурки. Водители? Да. Понятно. Два злодея, один герой. Ага, спасибо большое за обзор. Огромное спасибо. Все.